Несколько раз купили, ура, ура. Слушай, это замечательно, но я знаю, что хочу сделать. Я хочу показать свою картину. Я сейчас сделаю видеозапись, чтобы всем показать свою картину. Ну, у меня вообще-то картины удивительные, интересные, потому что я им, ну, просто годами дописываю. И вот я позавчера увидел, что там не хватает, и дописал. Это вот девушка с таким задумчивым взглядом, у нее цветок в руках. Ну, вообще, шикарная картина. Мне иногда говорят, друзья, а что у тебя только женские лики, да еще все такие прекрасные. Я говорю, да не только, но что мне, футболистов, что ли, все время рисовать? У меня и природа есть, и многое другое. И эту тоже я дописывал, скрипачка. Ну, какая удивительная картина. Мне самому очень нравится. Я думаю, Петя, хоть ты и в Бельгии находишься, тебе тоже понравится. Сейчас я в YouTube выложу, и ты посмотришь. А там выше у меня дедушкин дом. Вот тебе не девушки, а дедушка на лавочке сидит. Да, она как в линзе, эта картина удивительная тоже. Ну почему мне нравятся мои картины? Ну еще бы. А как же их не нравится? А вот ромашки. Никаких девушек. Одни ромашки. Прямо из космоса. А это вот со свечой. Да. Ну, у меня глаза хорошо получаются всегда. А вот это я был на Олимпийских играх в Китае. Я там занимался подготовкой национальной сборной по парусу. Да. Ну, и когда я вернулся, я всем тренерам хотел нарисовать по картине в подарок, потому что мы все очень подружились.